Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать играть в нашем мире покемонов с модом Пиксельмон, то есть покемоны в Майнкрафте. Да, ребята, мы продолжим в этой серии. В этой серии мы обойдемся без развлечения, я не знаю почему, просто мне захотелось его не делать, потому что нам предстоит как можно лучше, как можно больше прокачать нашу Тортеру для того, чтобы, конечно же, сразиться с помощником гейм-лидера, что мы, в принципе, делаем в этой серии. Да, ребята, но... перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Я даю вам свое слово, ребята, я вам даю свое слово, слово Эдисона, то, что как только в ту же минуту, как только мы наберем 1000 лайков на вот этой серии Пиксельмон, я вам обещаю то, что следующая серия Пиксельмон выйдет, еще раз повторюсь, в ту же минуту. То есть, как только мы наберем, сразу же выходит серия. Я вам, ребята, обещаю. Также просто-напросто сделайте мне приятно, потому что каждый лайк для меня ценен. Вы скажете мне спасибо за то, что вы смотрите видео, я скажу, конечно же, большое спасибо своим подписчикам. Также не забываем оставлять комментарии под этим видео, ведь я читаю ваши сообщения, да, ребята, не забывайте. Также на них отвечаю. И последнее, что самое главное, не забываем подписаться на мой канал, ведь я люблю своих подписчиков и отношусь к своим подписчикам как действительно к своим друзьям. Поэтому, если ты хочешь стать частью нашей большой дружной семьи подписчиков, просто-напросто подпишись. Я очень буду этому рад. Да, ребята, мы сейчас сразу же приступим. Я тут выключу немного, потому что я не знаю, то что в этом мире, или в принципе вообще с модом Пиксельмон, очень лагает, когда возле вас есть постройки. Я не знаю. То есть только в Пиксельмоне есть такие лаги. Когда возле вас куча построек, у вас почему-то начинает лагать Майнкрафт. Ребята, вот многие меня спрашивают: Эдисон, помоги мне, пожалуйста, у меня лагает Майнкрафт. То есть с модом Пиксельмон, что мне делать, у меня лагает. Ребята, у меня тоже лагает, я не знаю, что делать. Если бы я мог это сделать, то в первую же очередь я бы себе сделал, чтобы он не лагал. Но это сам мод Пиксельмон, то есть тут ничего не сделаешь. У меня 16 гиг оперативной памяти, я выделял на Майнкрафт 10 гигабайт, столько то, что даже, наверное, GTA 5 не кушает, а я выделил это на Майнкрафт. Да даже если вот сейчас посмотреть, хотя вы это не увидите, за моей веб-камерой написано, сколько у меня сейчас выделено памяти. Сейчас у меня выделено 4 гигабайта, сейчас кушается только 40%, то есть 1 гигабайт и там 600 мегабайтов. То есть... Но лаги почему-то есть. Я не знаю, честно, ребят. Я не знаю. Что я сделал до серии? Я прокачал, не прокачал, а просто-напросто добавил новые умения нашей Пачерису. Thunderbolt. Ничего тут особенного нету. Просто-напросто вот это умение у меня валялось в сундуках, да, как... Я увидел то, что там есть вот это крутое умение, я сразу же его добавил на Пачерису, потому что сейчас с этим умением у Пачерису будет еще намного больше шансов победить того же хотя бы помощника геймлидера, да, ребята. Ну, проблема сейчас с Тортерой, я не знаю вообще, будет ли она тащить это, во-первых, если будет, ну, я не знаю, честно, ребята, я не знаю, может она и будет. Но все же, давайте потом подстрахуемся. Если все-таки Тортера зафейлится и вообще никого не сможет толком убить, хотя в предыдущей серии она вроде там нормально убила и даже 2 уровня получила. А знаете что, ребята? А знаете что? Вот давайте так. Знаете, зачем я сейчас иду? Я просто хочу сразиться. Просто сразиться с гейм-лидером. Вы спросите, зачем? А затем то, что если мы даже проиграем, то хотя бы постараемся убить одного покемона. А кто помнит, в предыдущей серии с одного покемона нам выпало 20 тысяч опыта. Чем самым мы прокачали уровень нашей Тортере. То есть мы 2 уровня ей прокачали. То есть если мы даже продуем, то ничего страшного, ребята. Зато мы прокачаем, если хотя бы убьем покемона, своей Тортере. Ребята, еще раз плачусь. Сашенька, прости, но мы должны тебя выложить, хотя бы на какое-то время, ребята, мы же все будем, да, очень сильно скучать, а ты, зараза, голая, хотя бы, ага, бансом, ага, то есть мы сражались, да, мы сражались, ну ладно, я хотел вот сделать так, но все же тогда у нас не получится, значит, мы ночью сюда придем, или утром, я не знаю, когда это будет работать, но, в принципе, мы также можем сделать... да, ребята, у нас есть 14, давайте так, у нас сейчас есть 14 конфет. Если мы хотя бы еще сделаем
Хотя, если получится сделать еще 16 конфет, то, в принципе, будет очень даже круто. Но, чтобы, если... Это случайно... Нет, нет. Мне почему-то так боком показалось, то, что это Shiny Golduck. Он как-то так боком стоял, то, что у него даже цвет поменялся. Мне... Офигеть, я прям испугался. Не то, что испугался, обрадовался, наоборот. Нифига себе, Shiny Golduck там... Но смотрите, то есть полторы... Ребята, он даже очень круто наносит урон. То есть, нифига себе. 43-го Голдака он убил с одного удара. Но... Но все же... 43-й Голдак, это, конечно же, не какой-то, не 105-й, не 140-й уровень Бластойз. Поэтому я не знаю, ребята, нам, конечно же, очень сильно нужно будет постараться, чтобы хотя бы что-то вытащить, хотя бы минимально затащить. Если мы хотя бы убьем одного покемона, то, в принципе, нам уже... О, Снайви, я бы обрадовался, если бы мы тебя не словили в предыдущей серии. Я бы реально обрадовался. Но сейчас я просто тебе могу сказать, иди ты нафиг, ты нам больше не нужна. Нифига себе, тут большие уровни сражаются. 49-й, 40-й, офигеть. Я бы подождал, но мне кажется, это у вас целую вечность займет. Как думаете, ребята? Мне кажется, это реально будет очень долго. Это реально будет очень долго. Поэтому давайте мы еще раз сюда тпхнете. О, нифига себе, какие нас тут друзья встречают. Ну, по сути, вот, ребята, по сути, смотрите, какой урончик неплохой по тому же Арбуку, учитывая то, что это не водный покемон. А по водным, вот давайте сейчас посмотрим, ребята. Один, мать его, удар. Мы его убили. Я бы реально был бы очень сильно рад, если бы мы так Бластойза завалили. 55-й. А ну давайте посмотрим. Ну, 55-й нормально, то есть. Ну, я скажу, что сойдет. В принципе, вот такой урончик. Такой урончик, мне кажется, очень даже крутой. Только. Вот только. Когда у него вот эта атака кончается, то он, конечно же, начинает очень... Хотя нет, вот смотрите, как он прям кританул ему, да? Давайте вылечимся. Я не знаю, сможем ли мы уже идти и сразиться хотя бы с помощником геймлидера или нет. Опа! Здрасте. Нифига себе, тут куча различных покемонов. То есть и свамперты тут есть всякие. А мы его... С одного удара, ребята. С одного удара нафиг. Ух, ну я еще раз повторюсь, конечно же, будет Бластойз помощника геймлидера будет, конечно же, очень большим уровнем. Я не знаю, честно. Я не знаю. Посмотрим. Только говорит, что 8 уровень по Чирису убьет 40 уровня тот же Тика. Это реально смешно. Давайте, ребята, сейчас еще вот этого забабахаем. Он у нас 60 уровень. Как я сказал, если мы еще сможем скрафтить, сколько там, 16 конфет, то, в принципе, мы его даже докачаем до 100 уровня. Но чтобы докачать его до 100 уровня, нам хотя бы его сначала нужно прокачать до 70-го, это минимум, да, ну, в принципе, плюс 30 конфет, как раз получится 100 уровень. Поэтому, мне кажется, реально будет очень даже круто. Гипну. Вот дайте я сейчас быстренько сбегаю туда. Мне хочется просто-напросто посмотреть, сможем ли мы с ним сразиться. Уже. Вылечим на всякие пожарные. Нет, еще не можем. Ребята, еще не можем. А мы можем с этим тогда сразиться. Это второй помощник геймлидера. 110 уровень. Мы пока что выигрываем по урону. Мы пока что по урону выигрываем. 11 тысяч опыта. Ни хрена себе, громила там. Это кто? Фералигатор, 110 уровень. Давайте расчет. Сейчас мы ему нанесем хотя бы... Если мы ему нанесем 20% урона, он нас сейчас ваншотнет 100%. Вот сейчас мы ему наносим хотя бы 20% урона. Да, он... Толком по нам даже не попал. Попал. Ну, вряд ли. Mm-hmm.
Так май... твою мать, у него просто скорости намного больше, поэтому... Поэтому перешла ему очередь. А если бы моя очередь была, если бы я успел его ударить, то я бы его убил. Твою мать. Вот смотрите, даже рамки вот эти все повылетали из-за багов. Ребят, я не буду это брать, я играю по-честному. Если это случайно каким-то багом вылезло, то... Хуанито. Ребят, это читается как Хуанито. Многие профессоры английского языка мне писали в комментарии, мол, Эдисон, это не читается Хуанито, это читается Джуанито. Ребята, я вас прошу, я знаю, как это читается, не надо меня, пожалуйста, учить. Джуанито. Я не знаю, вряд ли вы, может, где-то видели в фильмах вот так вот. Дон Хуан, да, там, или что-то в этом роде, какой-то там. Вот это пишется Дон Хуан. Не пишется, не говорится Дон Жуан. Да, Дон Жуан, нифига себе. Это я где-то я слышал Дон Жуан. А, ну, я понял. Но это вообще другой человек. А вот это Дон Хуан, да, там какой-то мексиканец или, например, испаньола какой-то. Это, ребята, вот так читается. Пожалуйста. Я знаю, как это читается, поэтому не нужно. Вот тут написано гимн. Но почему-то я всегда, когда вот так глазком промелькнет, я всегда почему-то думаю, что это какая-то надгробная табличка там. Фиг его знает, почему у меня такие ассоциации. Но все же одного покемона мы уже убили. Ребята, продвижение есть. Одного покемона мы уже убили и практически убили второго. Если бы все-таки наша Тортера была не 61 уровнем, а где-то 71 уровнем, мы его бы 100% бы убили и выиграли. Потому что вы сами видели, не хватало одного удара. И у него просто было чуть-чуть больше скорости, чем у нас. Чуть-чуть больше скорости, чем у нас. Знаете что, ребята, я подумал. Если мы его практически убили 60 уровнем Тортерой, то, в принципе, осталось еще немного, чтобы мы его завалили. Но вот что я подумал. Может, нам Тортере какие-то статы вкачать? То есть у нее сейчас идет понижение в атаку. У нее такая натура. Какая у нее натура? Дайте я посмотрю. Где это, смотрите. Вот. Calm. У нее идет... дополнение в Special Defense, да, то есть специальную защиту. В принципе, я не знаю, есть ли ей смысл качать это. Может, ей просто ХП вкачать намного больше. Будет у нас как танк Тортера. Давайте посмотрим, есть ли у нас шапочка на то, чтобы вкачать ей ХП. У нас вообще вроде вот этих шапок нету, как я понял. У нас, ребята, вообще вот этих шапок нету. Нам то ли боссов нужно пытаться находить, то ли с помощью почерису выбивать предметы, как это мы раньше делали. Потому что у нас вот этих шапочек нету, которые нам нужны, чтобы качать статы. Нет, я не вижу, ребята. То ли я реально не вижу, то ли их у нас действительно нету. Но как я сейчас смотрю, нету. Это такие браслетики разного цвета, которые качают определенные умения покемона. Но сейчас нету. Поэтому, ребята, давайте мы еще сейчас попробуем пойти. Сейчас сразимся вот с этим голеньким. Вот. Так, вот этого мы, может, убьем. Те были 110 уровнями, вот эти 105. Первый удар, ребята. Мы ему нанесли где-то 20%. Он нам где-то нанес 10%. Еще 20%. Он нам тоже ни хреновенько нанес. Если мы... Он нас... Нет, не ваншотнул. Он по нам еле попал. Мы его убили. 10 тысяч опыта. Дальше. У него Вапорион 105 уровень. Если мы сейчас ему хотя бы... И он нас убил, зараза. Если хотя бы Тортера сейчас нанесет более-менее Твою мать. У него опять больше... У него опять больше скорости, чем у нас было. Он нас убил с одного... Подкачайся, приходи позже. Буду рад тебе... Буду рад опять тебя победить. Вот тебе, паскуда. Мы еще к тебе голожопы вернемся. Вот как только мы прокачаем хотя бы Тортеру до 75 уровня. Вот на 75, мне кажется, мы его уже 100% вынесем.
То есть вот тогда уже будет и урон больше, и защиты больше, и всего вот этого. Потому что у нас идет спецзащиту, тогда посмотрим. И в принципе мы хотя бы прокачали еще ему один уровень, да. То есть хоть мы и умерли, но все же мы ему прокачали один уровень. Ребята, куда бы нам пойти, чтобы хорошенько прокачать Тортеру? Вот сейчас может на сало покачать? На вот этом Салео. В принципе, мне кажется, урончик тут будет. Да, нормально, мы его даже с одного удара убиваем. Вот я бы хотел посмотреть, как мы будем убивать пылесоса. Потому что, в принципе, с пылесоса, наверное... Нет, с Дивгонга самый большой уровень. Самый большой опыт нам идет. А с пылесоса я не знаю. Но все же мы их убиваем с одного удара. И, в принципе, нам еще даже выпадают вещички, которые мы можем продать. Поэтому пока что сойдет. Пока что сойдет, ребята, 62 уровень. Мы ему прокачаем еще хотя бы 8 уровней. И после этого мы его сможем докачать с помощью, как я уже вам сказал, с помощью конфет. Ну или хотя бы еще там несколько уровней докачать, потому что чем больше уровней мы прокачаем вот так опытом, а не конфетами, тем больше... Тем больше, во-первых, статов у нас будет, потому что с конфетами статы вот эти все портятся, они намного лучше качаются, если мы качаем покемона с помощью самого опыта, да? Ну и, в принципе, мы меньше конфет на него используем, поэтому больше у нас самих конфет будет. Я не знаю, есть ли смысл сейчас тут оставаться, я почему-то никого не вижу. Мне кажется, тут больше смысл ночью приходить, когда тут и пылесосы, и дивгонги. А вот эти сало, они вообще 30 уровни, мне кажется, нету смысла даже тут оставаться. Ух, а что на этом острове, что у нас тут за делишки? А ну, новости, есть у кого-то новости? Я вижу, что нету ни у кого новостей. Пока что нету. Пока что, ребята, нету. А что там с этим? Мы вроде хотели давно собираться ловить дратини, но я потом как-то даже об этом забыл. Ну ладно, не суть, мы потом еще к этому вернемся. Да уйди ты, зараза. Я не знаю, куда можно идти прокачать нормально Тортеру. Я не знаю, честно. Айс, Бишарпы, Молтресы, ага, Селеби, ну понятно, Экстримхилл, Свамплы. А вот может на болоте даже будут какие-то нормальные покемоны. Давайте посмотрим. Ну вот эти, хотя в принципе они 29 уровень, они опять... Твою нафиг, они опять друг друга дрючат. Нет, чтобы с нами сразиться, чтобы мы их выдрючили. Нет, они будут друг с другом. Вот сейчас вообще бой года, травяной покемон против травяного покемона, да. Опыта нам, конечно, дало очень много. Прям столько, 1500 или сколько. И если вот так, ну, округлить более-менее. Это там Райчу, как я понял, да? Туда дофига, как далеко плыть. Ой, о, здрасте. А тут куча вот этого тростника, я его даже как-то мимо прохожу, мимо него не забираю. Ну, тростник, в принципе, хоть у нас и растет, но он лишним не будет, потому что... ну, мы сейчас будем конфетки себе активно продолжать делать, поэтому лишний тростничок не помешает. Вупер. Вупер! Я помню. Я помню покемона, я не помню его название, но я помню одного чудика, который мне очень сильно понравился. Он, кстати, был вот тут на болотах. Я его вроде хотел словить. Но я потом посмотрел то, что у него есть первая эволюция. И вот была, и вот это его первая эволюция. Тогда я ее не нашел, тогда ее в принципе не было. Я ее искал, но не нашел. А сейчас я ее, мать его, нашел, поэтому я его и словил. Это вроде крутой покемон, какая у него вода-земля. Вупер. Мне почему-то он даже каким-то чудом напоминает вот этого, как его. Немного Маткипа. Я не знаю почему, но он не, немного... Да как я мог там... Я ему прямо в башку кинул, он как-то насквозь пролетело. Гигадрейн. Сколько? Не очень много. Мы тебя... Мы твоего собрата убьем. Прости нас. Но нам нужен опыт. Какой-никакой, но хотя бы маленький опыт. Ребят, я больше не знаю кого. Раунс, о, здрасте. А мы, в принципе, его уже словили. Многие подписчики меня, кстати, просили словить вот этого покемона, но я его уже словил вроде там 2 или 3 серии назад. Поэтому, опа, красота.
Кто не знает, кто тут новенький, я всегда люблю фоткать вот такие всякие крутые. Вот такие крутые вещички. Я, кстати, уже спрашивал небольшой такой опрос, то что хотите ли вы, чтобы я в группе ВКонтакте сделал такой альбом, где я буду выкладывать свои скриншоты, которые я сделал на протяжении вот этого сезона. То есть, ну, может просто кому-то полюбоваться, может кто-то себе, допустим, на рабочий стол поставит про память, да, то, что вот Эдисон его сделал. Или, например, просто-напросто, если вы там записываете свои видео, и вам там хочется сделать какую-то красивую картинку, но вы не можете найти что-то там нормальное в интернете, то я за вас выложу, вам выложу, а не за вас выложу. Скриншотик с задним планом, чтобы вы просто-напросто потом на свою превьюшку, на свою картинку вставили и ставили на свое видео, если там, ну, вы, допустим, тоже, ну, если вы там видео делаете, да, и хотите какую-то крутую превьюшку сделать, мать его. Посмотрим, ребята, вот сейчас я вот действительно вот такой делаю небольшой опрос, если все-таки вам эта идея понравится, то, пожалуйста, ребята, я действительно, может даже вот это сделаю. Ух ты, нифига себе, как тут темно становится, когда ночь приходит? Как темно становится? А это что означает? Ребята, это что означает? То, что мы сейчас отправимся домой, поспим, и у нас будет еще один шанс сразиться с каким-то геймлидером. И даже с двумя геймлидерами. Я не знаю, сейчас посмотрим. Если хотя бы мы их даже не убьем, то, может, немного прокачаем даже наших покемонов. Это всегда круто. Water Gym. Gym. Ну чё, голенький, голая жопенция. Голая жопенция. Опа. Фух. Нет, с этим мы не можем сражаться. То есть тут не то, что вот с этим уже можем. То есть тут нужно ровно, чтобы прошло 24 часа. Если мы с ним сразились утром, значит нужно будет с ним сразиться на следующее утро. Ух ты, нихрена. Ух ты, 20 тысяч опыта. Ну... Конечно, сейчас мы ничего не сможем сделать. Да, мы даже не успели вылечиться. Потому что я выиграл. Гуляй. Гуляй. Я еще приду к тебе, зараза, и посмотрим, кто кого выгуляет. Ну, ребята, 20 тысяч опыта. А Тортерии сколько нужно для того, чтобы эволюционировать, для того, чтобы прокачать? Следующий уровень у нее будет... Для того, чтобы мы ей прокачали еще один уровень, ей нужно 14 тысяч опыта. А вы только с одного покемона ей достали 20 тысяч опыта. То есть, мне кажется, даже есть смысл проигрывать в этих геймах. То есть, мы пытаемся. Может, там один раз фартанет. То есть, то, что мы там реально кританем, а он по нам вообще не будет попадать. И таким образом мы выиграем. Ну, или просто вот так будем даже на этой чукче прокачиваться. То есть, он нам даже не хиленько так опыт дает. Поэтому есть смысл даже, ребята, умирать. Есть смысл даже пытаться. О, сколько там уже серия длится? Мне кажется, можно уже потихонечку закругляться. Сейчас посмотрим. Все же в следующей серии мы уже, наверное, будем иметь... Ну, постараемся хотя бы иметь 100-й уровень Тортеру. Если 100-й не получится, то хотя бы там какой-то 80-й, да? То, чтобы уже действительно пойти туда еще снова с большими силами попытаться его завалить. Потому что... мы и конфетки используем, и до следующей серии я его еще, может, даже вне съемки немного покачаю, а потом на серии мы его уже докачаем, да, ребята. Ух ты, ты прям огромный такой, то, что я тебя еле заметил, если честно. Кот Тони... Капуста, вот. Вот как мы его называли в предыдущем сезоне, я вспомнил. Я не знаю почему, но я его называл Капуста. То есть, не знаю почему, ребята, честное слово. Не знаю. Но он... Хотя почему, не знаю, он, в принципе, выглядит как какая-то капуста, поэтому я его так и называл. Фух, ну что, ребята, действительно, можно уже, наверное, на этом будет заканчивать. Я уже немного подустал, можно идти даже уже спать, ложиться. Да, и, в принципе, делать какую-то огроменную серию я сейчас, ну, не то, что не имею желания. Не знаю, честно, ребята, не знаю, то есть... Действительно, можно уже, наверное, заканчивать. Но я вам даю свое слово, которое я уже дал на начале этой серии. То, что как только мы наберем 1000 лайков на вот этой серии Пиксельмон, я, честно вам, ребята, обещаю то, что в ту же секунду выйдет следующая серия Пиксельмон. То есть, когда будет следующая серия Пиксельмон, зависит только и только от вас. Хоть сегодня, хоть через час, хоть завтра.
как только мы наберем 1000 лайков, сразу же выходит следующая серия. Также, ребята, не забываем оставлять комментарий под этим видео. Потому что я читаю ваши комментарии, также отвечаю на них. И что самое главное, если вы хотите стать моим другом, все, что от вас требуется, это просто подписаться на мой канал. Ведь я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому не поленись, а просто нажми кнопочку. Это будет действительно очень круто. Ребята, к сожалению, мы уже вынуждены прощаться. Я вам говорю спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Если кто-то есть еще тут, то кто досмотрел это видео до конца. Ну и в принципе, ребята, желаю удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.